Здравствуйте, в эфире телеканала ИТВ «Формат А3». Наш сегодняшний гость – прозаик и литературный критик Роман Сенчин. Один из самых ярких писателей нулевых, лауреат премии «Большая книга», «Золотой Дельвик», обладатель многих профессиональных наград. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас у нас в гостях, в Крыму. Расскажите, пожалуйста, с чем вы приехали в Крым, чем хотите, может быть, порадовать крымчан, о чем будете разговаривать при встрече? В Крыму я первый раз побывал очень давно, в 89 году, как раз в Ялте, посмотрев фильм «Асса», решил побывать в тех местах, где фильм этот был снят. Потом, после огромного перерыва, мы с семьей стали приезжать в Феодосию. Года 4 или 5 приезжали вот в Феодосию. По существу Крыма я не знаю, и те процессы, которые произошли последние 3 года, конечно, меня очень волнуют, особенно жизнь сейчас людей в Крыму. И вот я очень рад, что выпала такая возможность побывать в Симферополе, вот, может быть, еще побываем в Бахчисарае. То есть вы, скажем так, да, приехали не столько поделиться чем-то, чем самому что-то, да, впитать, посмотреть, как происходит сейчас, да, жизнь налажена у крымчан и что происходит. По-моему, это вообще главная задача литератора – больше, так сказать, впитывать, потом преобразовывать в своих литературных текстах. Вот. А если будут, конечно, вопросы у читателей, то я с удовольствием попытаюсь ответить на них. Подожди, ну вот за эти 3 года уже была у вас, может быть, идея о том, что вы напишете что-то о том, что произошло, да, о воссоединении Крыма с Россией, о том перевороте, который произошел в Крыму, и как вот люди живут теперь и продолжают жить в новом? Я же не был ни участником, ни свидетелем этих событий, поэтому мне сложно об этом, конечно, написать. Но мой товарищ Сергей Шаргунов был именно в эти дни противостояние как раз в Симферополе, много узнал и вроде бы то ли написал, то ли пишет сейчас сценарий для фильма о событиях в Крыму. Роман, скажите, а вот каковы современные, скажем так, тенденции в литературе? Вот многие крымчане, да, в том числе, вот интересуются, что сейчас происходит в литературе вообще? О чем пишут, о чем говорят? Вот что интересного и современного? Пишут о разном, книг огромное множество, но распространение их слабое, можно сказать. Вот дальше Новосибирска, на восток книги практически целенаправленно не поступают, там уже они так идут под заказ маленькими очень партиями. Вот, не знаю, как сейчас в Крыму, но тогда в Феодосии было довольно много книг современных российских писателей, выбор был. Сейчас я вот, наверное, похожу, посмотрю по книжным магазинам. Что, о чем пишут? Да, разным пишут. Мне интереснее всего читать так называемый реализм, реализм о нашем времени, о том, что происходит сейчас, или вот буквально в прошедшие десятилетия, 90-е, нулевые годы. Таких книг, прямо скажем, не очень много. Писатели любят или уходить куда-то в прошлое, в далекое, или в 70-е, 60-е годы, или, знаете, нечто вроде антиутопии, реже утопии, фэнтези и так далее, и так далее. Вот о современной жизни пишут единицы, и такие книги мне очень дороги. Ну, а сами вы пишете в жанре, скажем так, нового реализма, да? Так называется этот жанр? Ну, когда-то мы с Сергеем Шаргуновым как раз вот выдвинули идею нового реализма, это был ли 2001 год, когда уже постмодернизм из себя и исчерпал, и приелся, и вообще читатели от литературы, так сказать, отвернулись. Уже перестали искать в ней какие-то, пусть даже не ответы, а вопросы на то, что их волнует, то есть искать какую-то поддержку в литературе. Литература была игровая по большей степени, и мы выступили с таким лозунгом, что нужен новый реализм, такой обновленный, конечно, не соцреализм, а впитавший в себя и андеграунд, и другие жанры литературы. Ну, это подхватили. Чем он отличается от реализма, в принципе? Вот что вы добавили? Он более свободный, более такой широкий, впитавший в себя как раз, и, так сказать, и Набокова, и Генри Миллера, и так далее, и так далее. То есть вот такой реализм. Ну, мы выдвинули эту идею, а критики подхватили и до сих пор спорят, есть ли этот новый реализм или нет. Ну, нам, как авторам, это на руку, потому что вспоминают
о нас, перечитывают или читают наши книги. Вот они до сих пор вызывают споры, но это и хорошо в литературе. Когда книга всем нравится, то какого-то резонанса нет. Всегда книга должна вызывать противоречивые чувства у людей. Скажите, ваши работы, о чем они, о чем вы любите писать, о чем вы пишете, и основываетесь ли вы на реальных событиях, да, вот расскажите об этом, пожалуйста. Сложно сказать, люблю я или не люблю, но почему-то у меня получается и самому нравится писать о том, что еще не остыло, о тех событиях, которые произошли вот совсем недавно или которые прям происходят сейчас. Когда уже событие получило какую-то оценку, окаменело, вошло в историю, мне кажется, в нем копаться и искать что-то как-то даже неправильно. А самое интересное – это брать жизнь вот сегодняшнюю, вот, погружаться в нее и пытаться вот ее зафиксировать. Это интересно, и в этом направлении вообще русская литература работала раньше по большей степени. Потом как-то все это ушло, стали писать или исторические произведения, или вот научно-популярную фантастику, или философскую фантастику. Вот сейчас опять много пишут о прошлом. Все шорт-листы премии, они на 90% состоят из книг о прошлом, об отдаленном прошлом. Я не говорю там 80-е, 90-е годы, а о 20-х годах, о 10-х годах и так далее, и так далее. То есть даже такая вот тревога у критиков возникла, что русская литература больная историей. К чему это может привести? Потому что все-таки главная задача литераторов – это пытаться разобраться в сегодняшней жизни. Я пытаюсь это делать, ну, неумышленно, конечно, а постоянно жизнь подкидывает какие-то сюжеты или для повести, или для романа, или для рассказа. Ну, эти сюжеты не отпускают, и я пытаюсь их преобразовать какой-то такой текст. Но всегда это реальные люди, да, какие-то? То есть о чем вы пишете, о ком вы рассказываете, это всегда реальные люди. То есть не бывает каких-то вымышленных героев с какой-то вымышленной судьбой? Почти всегда есть прототипы, да. Как-то соткать из воздуха персонажа, героя, для меня это, по-моему, это даже не то, что мечта несбыточная, а какая-то задача, которая обречена заранее на провал. Если мы посмотрим литературных героев, даже фантастических для многих, то все равно что-то взятое от людей реальных. Поэтому прототипы – это обязательное условие литературного персонажа. Расскажите, как происходит? Вот вы выбираете тему, да, вы говорите, что сама жизнь порой, да, подкидывает эти темы и сюжеты. Чаще всего. То есть, вот, например, что-то произошло, да, и вы понимаете, что об этом нужно написать. Что происходит вот внутри, как вы ощущаете, что это тема, которая вот должна быть, скажем так, прописана на бумаге? Они встречаются повсюду и в реальной жизни, то есть в моей жизни и в жизни близких людей. И можно найти в газетной статье, и даже в какой-то информации в газетной или в интернет-информации какой-то такой сюжет. Вот. Чаще всего, конечно, не говоришь себе, что я вот сяду и буду об этом писать. Какое-то время сопротивляешься этому, если это событие не забывается и продолжает тебя мучить, продолжает тебя там царапать внутри, то уже волей-неволей приходится об этом писать. Нельзя сказать, я не могу представить литераторов, которые прямо с радостью бросаются за стол и о чем-то пишут. Чаще всего это идет скорее вопреки, а потом увлекаешься, потом появляются новые идеи, мысли и втягиваешься в работу чаще всего. Ну, скажите, например, ваш известный роман «Зона затопления». Как происходило? Какова его история и судьба? Как происходила вот эта встреча с темой, с сюжетом? И почему вы решили написать об этом? Сначала я увидел в интернете, что возобновлено строительство Богучанской ГЭС на Ангаре. Я знал про эту гидроэлектростанцию. Ее начали строить в самом конце 70-х, потом в начале 90-х заморозили. И вот в 2005 году решено было ее достраивать. Я стал интересоваться, что это будет за гидроэлектростанция, потому что, в общем, когда достраивали Саяншушинскую ГЭС, где недалеко от которой я жил, родился и вырос,
Вот, в общем-то, говорили, что это последняя гидроэлектростанция такая, когда перекрывается река от берега до берега, возникает водохранилище, вот, что все, страна насыщена электричеством. Вот, а оказалось, что решили вот достраивать точно по такому же плану, как Братская ГЭС, Устилимская, Саяно-Шушенская. То есть образуется новое море, снова будет переселение людей. Вот. И так как это места мне близкие, то я стал этим уже интересоваться всерьез. Много помогли родители, они присылали местную прессу Красноярского края об этом. Потом я побывал, то есть стал встречаться, приезжая к родителям вот, в Минусинске, в Абакане, в близких городах, с теми, кого переселили оттуда. Они мне много чего рассказывали. Потом я коротко побывал в тех местах. Кежемский район, который сейчас уже практически не существует, он весь на дне водохранилища находится. Так и появилось, вот из рассказов людей появились герои, персонажи, появились сюжеты для глав. Я их писал медленно, довольно тяжело, публиковал многие из них в толстых журналах «В новом мире», в «Дружбе народов», в «Октябре», в «Нашем современнике». В итоге появилась такая вот книга «Зона затопления». То есть вот собирая так, скажем так, по крупицам, можно сказать, что это как даже документалистика какая-то частично? В общем, там все на документальной основе построено. Потому что вообще выдумать какие-то такие сложные и тяжелые вещи, для меня это грех. Вы думаете, с головы сделать какую-то чернуху, лучше всего и правильнее всего придерживаться жизни. То есть жизнь сама дает очень много сюжетов не только там для такого реализма, но и для даже постмодернизма, авангарда какого-то, абсурдизма. То есть жизнь настолько многогранна и реалии настолько бывают сложные и непредсказуемые, что, по-моему, литератор любого жанра найдет в жизни подходящее для себя. К сожалению, литература питается в основном сюжетами тяжелыми, проблемами. Жизнеутверждающих произведений мы встречаем вообще в мировой литературе единицы. Все-таки дело литераторов – это поднимать какие-то проблемы, выносить их на суд читателя, на то, чтобы люди, в том числе облеченные властью, как-то задумались, что вот это действительно существует, действительно что-то может быть не то. Это вообще задача литературы, по-моему, с античных времен. Да. Скажите, ну а вот сколько времени уходит на создание работы? Или это всегда по-разному? Или есть какое-то... Ну, по-разному, среднее? Конечно. Если короткий рассказ можно написать на голом вдохновении, как стихотворение, то большая вещь, она отнимает 2-3 года. Хотя, когда в голове все складывается, думаешь, что запишешь это за 2-3 месяца, а уходит, наоборот, 2-3 года. На ваш взгляд, люди нуждаются вот в этих романах, в этих серьезных вещах. А как потом, вот, какова судьба даже вот ваших, на примере ваших произведений, да, на примере ваших работ? Люди идут, они хотят читать это? Ну, судя по интернету, конечно, читают, отзываются. Интернет, конечно, в этом плане это большая, так сказать, сила, потому что происходят форумы, происходят дискуссии между людьми. Поэтому и, наверное, жанр литературной критики, он сейчас не настолько востребован, не настолько, так сказать, актуален. Потому что в тех же соцсетях, в различных интернет-сообществах происходит вот довольно профессиональный разговор о литературе. А много ли людей читают? Ну, сложно сказать, конечно. Я думаю, и раньше не все читали, и сейчас примерно такое же количество людей, которые вот интересуются литературой. Ну, хорошо, что их становится постепенно больше. То есть становится, есть тенденция, да? По сравнению с 90-ми годами, когда общество отвернулось от литературы, потому что ничего в ней не могла найти, кроме игры, стёба и какого-то карнавала, который никак не прекращался. Вот. То есть сейчас, конечно, к литературе больше внимания у людей. Но это и молодежь в том числе, или это уже более зрелые люди? В интернете в основном молодежь, настолько бывает умная молодежь, что читаешь, и кажется, вот такая профессиональная рецензия, потом смотришь, это юноша 19 лет или девушка лет 18, бах, и выдали такую искреннюю, профессиональную в хорошем смысле рецензию, то есть свой отзыв о прочитанном.
Вы говорите о том, что жизнь существует, чтобы войти в книгу. Что это значит? Вот что вы подразумеваете под этими словами? О ком идет речь? О людях, которые, вот скажем, за свою судьбу избрали литературу или вообще в принципе? Вообще вот эта поговорка существует, что там надо посадить дерево, построить дом. И одна из таких разновидностей, то есть там разные же, да, родить сына, построить дом и там еще перечни, написать книгу, довольно часто встречается. Это откуда-то, наверное, с Востока пришло, может быть, к нам из Китая, этот вариант. Вот. На мой взгляд, в идеале каждый человек может и даже должен написать какую-то книгу. Не обязательно эта книга будет издана, не обязательно она будет художественным произведением. Мы знаем много примеров дневников, которые стали выше, чем художественное произведение, которые люди вроде бы писали для себя. Просто осмысление жизни, оно происходит через ручку, бумагу. Вот. И поэтому, на мой взгляд, каждый человек должен вот думать о том, чтобы зафиксировать свою жизнь вот в тетради где-то, в толстой большой тетради. Каждая жизнь уникальна, и человек каждый уникален. Поэтому это было бы огромное такое богатство для нас. Ну а как вы к этому пришли? В какой момент в своей жизни, может быть, в каком возрасте вы начали писать, вы поняли, что это интересно вам, и что вы будете этим заниматься и посвятить этому свою жизнь? Еще в школе я довольно много читал одно время, потом я разочаровался в чтении. Вот, и вместо того, чтобы читать, стал, наоборот, писать то, чтобы я хотел почитать. И очень долго мне, так сказать, не особенно это удавалось. И уже после армии, после переезда нашей семьи из Тувы на юг Красноярского края, в деревню, из города мы переехали в деревню, потому что там были финансовые всякие сложности, ну, начало 90-х годов. Вот. И тогда я уже понял, что написал несколько очень коротких рассказов, которые стоило бы показать другим людям. Вот их опубликовали в газете, и так вот постепенно я стал литератором, который публикуется и иногда выходят книги. Говорят, что литераторы – люди, скажем так, специфические, необычные. Вот если об этом говорить, есть ли какие-то необычности в вашей жизни? Кто поддерживает вас в семье вот, в связи с вашей, вот, скажем, может быть, какая-то муза есть у вас? Вот ваша жизнь, как она проходит? Вот иногда бывает такое, что человек вырос в какой-то семье там, совершенно бездуховной, каких-то таких опустившихся алкоголиков. Алкоголики все-таки бывают разные, бывают интеллигенты. Вот. Мне сложно поверить, что человек из совершенно таких низов и бездуховной такой атмосферы стал вот литератором или стал там, композитором, музыкантом каким-то. Вот. Все равно все формируется в семье, конечно. И у нас семья была, была дома огромная библиотека, мы читали вслух по вечерам. Вот. Поэтому, наверное, в семье как-то я и сформировался с такой мыслью, что можно вот что-то записывать, что-то писать. Вот. Потом, поступив в литературный институт, это был 96-й год, вот я, честно говоря, хотел бросить, потому что и Москва огромный город, к которому я никак не мог привык, да и, честно говоря, до сих пор не очень привык. Вот, но встретил прекрасную женщину и мою землячку тоже из города Кызыла, Елизавету Емельянову, поэтессу, которая раньше закончила литературный институт. Вот мы до сих пор вместе уже почти 20 лет. Вот. У нас с ней, конечно, есть особенности, но мы как-то с ней приживаемся. Она поэтесса, я прозаик. Вот и в чем-то мы, наверное, друг друга дополняем в этом плане. Ну, то есть, ну, во всяком случае, вы понимаете, что это за жизнь. Да, если бы у меня была жена, которая бы говорила постоянно, там, что ты тут сидишь, что ты тут думаешь за столом, что ты бумагу мараешь, естественно, было бы, наверное, мне намного-намного хуже. Да, и, возможно, даже не появились бы ваши романы, да, и вот работы, о которых знают теперь люди, которые читают с удовольствием.
Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Вот есть, да, известные личности, которые, с которыми мы выросли, что-то мы читали, что-то мы узнавали и так далее, герои романов, герои каких-то повестей и так далее. Как вы считаете, в современной литературе есть эти известные личности? И появятся ли они, те люди известные, которые то есть сейчас пишут и потом станут известными, и те люди, о ком пишут, чтобы эти герои стали потом запоминающиеся, да, вот запомнились надолго? Насчет авторов сложно, конечно, сказать. Тут загадывать вообще невозможно, потому что в начале 20 века были такие имена, которые сейчас совершенно забыты, а мы знаем, в общем, тех, кого не особенно признавали тогда. В общем, и Чехов при жизни хоть и получал самые большие гонорары, но тиражи его книг были намного меньше, чем у некоторых других авторов. Достоевский сдавался вообще крошечными тиражами. Его знали только так специалисты и студенчество. В основном женские вот эти курсистки, женская аудитория. Вот. Поэтому говорить, кто останется, а кто пропадет, это невозможно. А проблема в том, что действительно вот таких героев, которых бы мы помнили по именам, и в книгах очень и очень мало. Сейчас практически вот я не могу никого вспомнить. Может быть, вот в советское такое время роман Плаха такой был очень тяжелый, до сих пор непонятно, больше он вреда или пользы принес Чингиза Айтматова. Там был такой герой Авдий Калистратов. Вот он стал несколько таким нарицательным героем. Вот. Из нашего времени, может быть, Санька Захара Прилепина, вот Сашка Тишин, это один из таких вот запомнившихся не только мне, но и многим читателям герои. А остальные все-таки Юры, Сережи, Паши, Романы, как-то они вот так протекают. Я лично не пытаюсь создать каких-то нарицательных героев, и даже вот у меня есть книга Елтышевы. Говорят, что вот Елтышева – это диагноз, Елтышева – это такая вот тоже нарицательная. Ну, не знаю. Я не хотел этого нарицательного значения. Ну, проблема в этом есть. И Павки Корчагины, или там Чичиковы сейчас крайне-крайне редко появляются. А с XIX века мы помним же все там Катюшу Маслову, Нехлюдова, Волконского и так далее, и так далее. Не знаю. Нет героев? Может быть, не настолько... Нет. Герои есть, может быть, мы их прописываем не настолько... Ярко, пастозно, чтобы они были действительно живыми и жили. А с другой стороны, может быть, вспомнится через какое-то время. Какие-то герои станут нарицательными. Подождите, а вот современные литераторы, а как они общаются, как они встречаются? Вот есть ли какие-то клубы, сказать тогда, по интересам, если можно так сказать? Или вот как происходит общение современных литераторов? На кого они равняются? Равняются, я не знаю. Вот постоянно нам говорят, что надо равняться там на Толстого, Достоевского и Чехова. Ну, где-нибудь в идеале там тайком, наверное, можно там равняться, но лучше идти какой-то своей дорогой, и особенно когда равняешься, так сказать, признаешь, что ты уже почти не этот недостижимый идеал, и ты до них никогда не доберешься. Вот. А общение, особенно когда ты молодой, это очень важно, найти свой круг, найти сверстников. Потому что, хоть и говорят, что писатели – это одиночки, это все-таки не так. У нас был круг общения, во многом это было благодаря форуму молодых писателей в Липках, который до сих пор проходит уже вот с 2001 года. Там, в общем-то, мы в основном и познакомились. Там и Захар Прилепин, Герман Садулаев, Сергей Шаргунов, Денис Гуцко, Илья Кочергин, Дмитрий Новиков. Вот такая у нас образовалась несколько, ну, такая довольно дружная группа. Потом многие из нас разошлись. В основном живем мы в разных городах, что хорошо. Не все мы, так сказать, москвичи, которые там тусуются постоянно. И, ну, время для общения, а время для общения какого-то на расстоянии. Ну, так и было и когда-то во времена Толстого-Тургенева, когда группа современников была сплоченной, крепкой. Потом они все разошлись. Вот, и Серапионовы братья рассыпались. Ну, и все такие вот группы, они, конечно, рассыпаются. Всю жизнь
вместе с бытием, это, по-моему, очень пагубно. Можно в своем соку вариться и свариться, и ничего не дать окружающему. Поэтому у нас был период 2-3 года, когда вот мы были таким единым достаточно целым. Потом мы разошлись и по многим поддерживаем отношения, друг друга читаем, спорим даже при помощи своих текстов. Такая полемика идет. Главное, что современники общаются, есть как бы, да, вот они знают друг о друге, то есть как бы жизнь продолжается, идет, и нигде как бы не бывает так, чтобы было затишье какое-то, что никто ни о чем не пишет и не хочет этим заниматься. Бывает и затишье, но потом, как вот Дмитрий Новиков из Петрозаводска, такой очень хороший писатель, не писал практически несколько лет, то есть писал, но не публиковался. И сейчас выдал роман «Голымянное пламя», вышло в одном из крупнейших издательств АСТ. Очень хороший роман. А многие на нем поставили крест, а человек сидел и писал у себя в Петрозаводске, там, в Карелии, в тайге. Вот. Поэтому паузы, они не всегда бывают такими пагубными, и значит, человек как-то все бросил. Может быть, наоборот, это говорит о том, что человек работает, да? Да. Серьезно. Да. Многие из нас очень торопятся писать. Все-таки большой роман, он требует довольно большого времени. Даже за 2 года большой роман настоящий сложно написать. А время требует каждый год выдавать по книге. Что-то новое, да? Чтобы все время быть на слуху. Ну, чтобы читатели типа не забыли. Читатели настоящие помнят очень долго. Скажите, вы приехали в Крым сегодня. Вы что-то привезли с собой? Какой-то новый роман? Вы о чем-то расскажете? Может быть, что-то уже родилось или рождается? Или над чем-то вы работаете? Я привез сейчас книги, и на встрече подарю их читателям, библиотеку. Но сейчас над чем-то работаете? Или, может быть, в планах что-то? Может быть, вы ищете тему какую-то? Нет, я в основном пишу рассказы, небольшие повести. Большая вещь, она пишется, но так, не спеша. Потому что все-таки роман «Зона затопления» вышла недавно, и постоянно жить в режиме романа, большого жанра, это сложно и не совсем правильно. Такие очень русские жанры – это небольшая повесть, так, страниц на 40-50 таких книжных. Там очень плотный текст, очень так, все должно быть насыщено. Роман – это все-таки несколько другая вещь. То есть тяжело работать, много затратно по времени, да, и потом вот когда заканчивается эта сложная работа, да, если так можно сказать, потом появляются, например, люди, которые звонят или пишут, или спрашивают, а вот почему так, или вот так, что-то, может быть, какие-то споры возникают. Бывает такое или нет? Бывает. Это тоже своего рода сложности? Нет, это в основном приятно, и даже такая вот критика, она довольно часто открывает на некоторые моменты глаза, и уже тогда, если бывает переиздание, что-то поправляешь, конечно. Потому что даже гений, он не может воплотить все, вобрать все, нигде не ошибиться. Есть такой пример, когда Толстой пригласил на чтение главы своего романа «Воскресенье», в том числе и Чехова. Чехов послушал и так мрачно покивал, говорит, хорошо, все. Толстой стал допытываться, говорит, ну нет, что-то нехорошо, что вас мучает. Чехов долго не мог сказать, и сказал, в итоге, говорит, вот Катюшу Маслову, ну, там и что-то у Толстого дали год или два, не могли сослать в Сибирь на каторгу. Это у вас неправда, так написано. Толстой сначала рассердился, через несколько месяцев написал Чехову, что я исправил. Ей дали там что-то 7, что ли, лет, чтобы отправить ее в Сибирь, вот что-то. Угу. Показать Россию. Вот. Поэтому такая критика, такие замечания, они очень и очень важны, конечно. Ну, возможно, и, может быть, даже мы можем надеяться на то, что вы вот с данным визитом, да, прибыли, посмотрите, и что-то вас вдохновит на написание новой повести, нового рассказа. Может быть, вы своим землякам захотите рассказать о том, что вы увидели в Крыму, и что-то передать, да? Главное интересное? Увидеть, главное что-то почувствовать, да. Чтобы, как говорится, зацепило. Да. Да? Мы рады были с вами пообщаться. Спасибо, что вы приехали к нам. Желаем вам дальнейших продуктивных встреч, которые сегодня еще да, у вас намечены. Да. И посмотреть, конечно, Крым. А я напоминаю нашим телезрителям наш сегодняшний гость, прозаик и литературный критик Роман Сенчин. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ.